Привет. Мы продолжаем серию наших хэппи-влогов, которые посвящены съемкам клипа. Сейчас мы идем на Комсомольский пруд снимать беременную пару. Там девушка беременная на 7-м месяце беременности. Hello. На 7-м месяце беременности она будет прыгать в холодные родники. Да, Николай? Да, удачи ей. Хорошо прыгнуть. Ребята, привет. Сходу начинаем видеоблог. Так, как у вас дела? Как настроение? Отлично, только мы чуть не заснули пока что. Ну, извините, мы потерялись в лесу. В общем, мы приехали уже на холодные родники. Ребята уже переоделись, уже готовы. Кирилл с Ликой уже прыгнули. Мы не рискнули. У нас еще впереди вейк-парк. Сейчас мы пойдем в галерею картинную известного художника, которого фамилия Паршин. Фамилия Паршин. Там будут танцевать девочки. Идем туда. Как тебя зовут? Верочка. Ее зовут Верочка. И мы сейчас идем вон туда. Буквально минут 20 назад мы встретили девушку с очень красивым именем Ленура. Она играет очень большую роль в нашем проекте, всем этом. Ей огромное спасибо за то, что она нам помогает. Сейчас мы с ней, с ее подружкой идем в ботанический сад. Там свадьба будет. А потом мы поедем в Уэйт-парк, Там очень тоже будет круто, так что да, все впереди у нас еще. Белкина. Сейчас мы вам покажем, что такое вейкбординг. Если вам понравится, вы обязательно приходите сюда. Это находится за 30 километров от нашего города. Вейкпарк Белкина. Да, будем кататься. Вместе! Могу сказать, что тут очень круто. Ребята вон купаются, катаются. Вам, конечно, не видно. Мы сможем тоже прокатиться. Пока. Спасибо за просмотр.